вечір. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія» в студії. Сьогодні Наталя Данилюк, співзасновник зоозахисної громадської організації «Фенікс». Доброго вечора, пані Наталі. Ми раді вітати вас в нашій студії. Якщо ми говоримо про зоозахисну організацію, то ми не можемо не торкнутися такою темою, з якою взагалі останнім часом асоціюється Миколаїв. Це проблема бродячих тварин. Втім, давайте так, перш ніж ми перейдемо, власне, до цієї теми, розкажіть, ну, кілька слів, власне, про організацію. Що це за організація, як давно ви існуєте, які питання вирішуєте? Зоозахисна організація «Фенікс» була основана ще 3,5 роки назад людьми, яким неравнодушна проблема якраз от бездомних животних, виброшених животних, кинутих людьми животних, які знаходяться на вулицях міста. И поэтому собрались люди, которые почувствовали в себе силы, почувствовали в себе желание не только просто наблюдать, как эта проблема усугубляется, решается или не решается, как эти животные существуют, выживают на улицах города, как они зачастую страдают, как страдают от этого люди. И поэтому была создана зоозащитная организация, которая, собственно говоря, представляет из себя сеть волонтеров по всему городу Николаеву, то есть есть члены организации, это, скажем так, более активные люди, и есть волонтеры, которые, ну, скорее всего, как бы на своей выбранной территории, это может быть там территория, где они работают, территория, где проживают они или их семья, они как бы курируют проблему вот как раз с бездомными животными. То есть это и стерилизация, и спасение, и лечение, и пристройство, и даже, можно сказать, ответственность, которую берут люди за этих животных, которые существуют на улице. Также зоозащитная организация занимается очень активно стерилизацией животных, то есть это сокращение численности бездомных животных гуманными методами, пристройством животных с улиц, потому что чем меньше будет их на улице, тем меньше будет проблем и у людей, и у животных. И сколько у вас таких активистов? Это вот наиболее активные, которые составляют костяк организации. Члены зоозащитной организации – это порядка 40 человек, и активные волонтеры – это, наверное, в районе 150-180 человек по городу. Ну, это немало. Да, я думаю, что действительно это немало. Но хотелось бы больше. Собственно, вы знаете, для меня некоторое время назад стало открытием, что среди вас есть волонтеры, есть люди, которые спасают не только бродячих животных, таких как собаки и кошки, а и птиц. Такое, ну, действительно открытие было, что парень Дмитрий, да он занимается Дмитрий, этим. Он очень активно, пожалуй, это единственный человек в городе, который действительно посвятил свою жизнь, как бы это пафосно не звучало, но это так и есть, изучению птиц, спасению птиц, оказанию им помощи. Вот, притом это не просто как бы слепое забрал с улицы, подлечил, выпустил. Он действительно изучает эту проблему, он изучает их болезни, способы кормления, способы выживания некоторых видов вне дикой природы, то есть в домашних условиях. Он это все анализирует, то есть действительно человек посвятил себя этой проблеме. Если говорить о, собственно, заявленной теме, да, бродячие собаки, в городе очень много об этом говорят, и периодически появляются то гневные посты, то посты в поддержку. Собственно, насколько серьезна проблема? И, допустим, не то чтобы я сравниваю, но хотелось бы вспомнить, в какой момент, пару лет назад мы были в Черкасах, и за все время, почти неделю нахождения в этом городе, мы только единожды встретили на улице бродячих собак. Там три собачки лежалось, там тенечки. В Николаеве, ну, буквально на каждом шагу. Проблема не то что острая, она, наверное, одна из самых кричащих в городе. Потому что это проблема, которая подразумевает под собой жизни, и жизни человеческие, и жизни животных. И если мы уже взялись решать ее, то нельзя сказать, что есть вот единственный вариант решения этой проблемы, помощи или там, спасения, или еще что-то. То есть это должен быть комплексный подход обязательно. Есть такое понятие гуманности, которое люди
ну, каждый воспринимает, наверное, по-своему. То есть какие-то рамки гуманности для каждого человека свои. Кто-то считает, что он прикормил возле подъезда бездомную голодную собаку, и это бы он поступил очень хорошо, потому что он якобы там продлил ей жизнь, спас ее от голода, помог ей. Но при этом человек не думает о последствиях, то что эта собака, когда вот вы ее покормили и оставили возле подъезда, она считает, что это зона ее комфорта, ответственности, в том конечно, числе. И она начинает ее защищать. То есть это могут быть нападения на других людей, на жителей, на коляски, на велосипеды, на машины и так далее. То есть каждому вот вопросу, который включает в себя вот эта вот тема, надо, наверное, подходить более масштабно и более ответственно. Есть стерилизация, есть чипирование, есть пристройство, есть спасение, есть лечение. И как бы не хотел, наверное, каждый зоозащитник отойти от темы усыпления, но это тоже имеет право быть. Потому что был произведен подсчет еще в мае 2016 года бездомных собак на улицах, и эта сумма, цифра, количество перевалило за 7 тысяч. То есть на сегодняшний момент, ну, мне кажется, что эта цифра подходит уже к 10. И даже если мы все силы сейчас кинем просто на стерилизацию, то это должно быть очень, очень большое количество животных, для того, чтобы хотя бы удержать вот эту цифру на том же самом уровне. И параллельно должна быть комплексная работа вот по всем фронтам. То есть это и работа с домашними животными, потому что зачастую потомство ненужное животных выбрасывается на улицу или просто вот там отдается на рынке вот бабушкам, которые пристраивают, или просто вот отдается в любую семью без выяснения, что потом будет с этим животным. То есть вот, ну, просто отдать, потому что эта проблема ненужная людям, и вовремя не простерилизовав свою собаку, какая бы у вас там или кошку, да, какая бы она красивая, замечательная ни была, вот зачастую люди говорят, ой, она такая хорошенькая, надо, чтобы она хоть один раз там привела котят или щенков. Да, ваша кошка привела 5 котят. Но через год, полтора, двух, два, это будет дальше потомство абсолютно ненужное. Тем более в сложившейся ситуации в городе, наверное, надо все-таки думать не только о себе и не только конкретно о своем животном, но и о том, какие последствия вызывает ваш поступок. То есть какая волна дальше, какая цепочка запускается. Ну, знаете, очень многие говорят, вот если у тебя там девочка, собачка или кошечка, она обязательно должна родить, потому что за этим без этого следуют всяческие заболевания и так далее и тому подобное. Насколько это отвечает действительности? Или все-таки лучше простерилизовать? Ну, я, конечно же, не ветеринар, но много общаюсь и с ветеринарами, читаю форумы, читаю в интернете абсолютно разные статьи, читаю книги. И действительно, на сегодняшний день ветеринарами доказано, что ни собака, ни кошка не должна родить. Даже иногда это хуже, потому что, почувствовав в раз материнский инстинкт, животное воспринимает стерилизацию уже абсолютно по-своему, по-другому, на психологическом уровне. То есть, если вы, допустим, у вас забрали конфеты, которые вы когда-либо кушали и не разрешили их есть, то вы знаете, что конфета сладкая. Если вы ее никогда не ели и дальше, вы не знаете, то вы какая... не знаете, что это. То есть для вас это, ну, не так безболезненно происходит этот процесс. Поэтому, да, стерилизация должна быть, как только животное достигает половой зрелости, либо там в зависимости от размеров и показаний ветеринара. А в какое время, я понимаю, что вы не ветеринар, но тем не менее, раз уж мы говорим на эту тему, в каком возрасте животное стоит стерилизовать? Если в любом случае лучше проконсультироваться с ветеринаром, то есть чтобы произошел первичный осмотр в зависимости от показаний здоровья вашего питомца, но в среднем это где-то 4-5-6 месяцев, то есть это время, когда уже можно стерилизовать и собаку, и кошку, ну, в зависимости от размеров. Чем крупнее собака, тем раньше ее можно стерилизовать. Давайте вернемся к теме гуманности. Последнее время, опять-таки, ну, я так думаю, что это, наверное, следствие того, что столько собак на улицах уже находится. Появилось такое явление, как дог-хантеры. Тоже это, в общем, собственно, неоднозначно воспринимается. Да? С одной стороны, благие намерения людей очевидны, собаки агрессивны, а с другой стороны, это негуманно. А как жить, как убрать такое количество животных с улицы, на ваш взгляд? Потому что, ну, я не могу утверждать, но наверняка стерилизация – это ведь не панацея от агрессии стаи. Конечно. Ну, во-первых,
вообще вот движение докхантеров, есть садисты, есть живодеры, а есть докхантеры. Это абсолютно, ну, на мой взгляд, разное понятие, и каждым человеком движет как бы свои, ну, свое, мысли, свое. Да, свои какие-то цели. То есть есть люди, которые просто против того, чтобы на улицах было такое количество животных, в данном случае собак, которые представляют, по их мнению, опасность для человека. И есть люди, которые, ну, наверное, исходя из своих каких-то отклонений психологических, они просто получают удовольствие от убийства, от жестокости, от садизма, прикрываясь тем, что я совершаю благое дело ради спасения жизни людей. Вот, то есть это понятие тоже надо разграничивать, конечно. Большое количество собак – это следствие и принятие закона, вот, да, который запрещает отстрел. Раньше же собак отстреливали, но это тоже не решало проблему. Да, их было меньше, намного меньше, чем сейчас. Но это все равно происходило постоянный процесс жестокости, постоянный процесс убийства, лишения жизни живого существа, которому как бы не мы с вами дали жизнь, и не мы должны, наверное, ей все-таки распоряжаться. Но имеет вес этот закон, имеет место быть то, что в городе огромное количество собак. И мы должны понимать, что есть разные ступени, наверное, да, существования этих собак. То есть есть собаки социальные, социализированные, которые проживают во дворах, они там небольшого или среднего размера, которые не проявляют практически, опять-таки, агрессию к людям, потому что любое животное, почувствовав опасность, либо для себя, либо для человека, которого он охраняет и защищает, может укусить. Когда любой человек говорит: «Ой, моя собачка не кусается», да, ну, неправда это. Это все равно, что сказать: «Я никогда в жизни не убью человека». Ну, мы не можем за это отвечать, потому что создаются абсолютно разные ситуации, и в каждой ситуации и собака, и человек поведет себя по-разному в зависимости от, как бы, именно этой ситуации. Это вид животных, которые действительно, они должны быть стерилизованы, то есть они не должны размножаться, но они могут вполне проживать рядом с человеком. Есть следующая, как бы, ступень, группа, наверное, да, животных. Это полусоциальные собаки, которые объединяются в стаи, которые охраняют какие-то заброшенные территории и которые выходят для того, чтобы оттуда, чтобы добывать себе там еду, собачьи стаи, свадьбы, которые зачастую мы видим на улицах, и это не достаточно опасно, это очень опасно для человека, тем более, если вы идете с маленьким ребенком, если вы идете со своей собакой, даже если она там на поводке, в наморднике и так далее, то есть вы не застрахованы от агрессии вот этой вот собачьей стаи. Эти стаи надо разбивать. Каким образом разбивать? Люди думают, что вот, допустим, смотрите, мы забираем собак на стерилизацию, вот стаю, там 7-8 собак. Главное выявить вожака и разделить вот эту стаю. То есть каких-то, может быть, собак, которые поддаются социализации, их можно пристроить в дома, можно пристроить на охрану. Каких-то вернуть на эту же территорию, на которой они обитали, для того, чтобы нестерилизованные собаки не пришли и не заняли опять эту, ну, чтобы, угу, чтобы был результат, скажем так. Уже целая наука. Вот именно. Выявить вожака, с ним должен работать кинолог. То есть если там очень выявленные стабильные качества лидера, и если эта собака не социализированная, то есть с ней работает кинолог. Если у кинолога не получается как бы совладать, да, и переломить вот эти вот лидерские качества, эту собаку, может быть, можно отдать на охрану. Если она не будет работать на охране, то как бы не было тяжело, вот мне, как, допустим, как зоозащитнику, но такое животное лучше и для животного, и для человека гуманно усыпить. Как бы тяжело это ни было, но это взять на себя ответственность, скажем так. Потому что просто простерилизовать, выпустить, и все, я выполнил свою работу, то есть он не будет больше там размножаться. Ну, действительно, как многие говорят, при стерилизации или кастрации не зубы же вырывают животному. Вот. И есть пограничные собаки. Это собаки, которые обитают на окраинах города, то есть точно так же они подлежат стерилизации, но они держат периметр. То есть они представляют собой
как бы естественный барьер против проникновения в город диких животных, тех же самых лис, допустим, одичавших собак. Они не подходят к людям, то есть они практически не имеют контакта, питаются на свалках, питаются тем, что там люди выбрасывают, некоторых, может быть, подкармливают, оставляют. Но эти собаки в основном они абсолютно не опасны для человека. Но эти собаки являются большими разносчиками инфекционных болезней, и других болезней. Учитывая их среду обитания. И среду обитания, и учитывая их возможный контакт с дикими животными. Потому что то же самое бешенство, мы все знаем прекрасно, что зачастую разносчиками являются лисы. Если лиса подралась с собакой, то, соответственно, собака может заразиться. Слава богу, на территории города Николаевна нет зафиксированных случаев бешенства, что нас очень, конечно же, радует. Поэтому каждой группе животных надо подходить абсолютно по-разному, со своим, ну, можно сказать, научным подходом, с анализом и так далее. Мы можем любить всех собачек, мы можем любить всех кошечек, но если мы хотим решить действительно эту проблему, то где-то, наверное, надо переступить через себя, через какие-то свои чувства, какие-то свои привязанности и что-то делать, принимать какие-то решения, за которые мы потом несем ответственность. И мы, и заводчики, и просто бабушки, которые подкармливают там кошечек, собачек во дворах, и люди, которые готовы или уже взяли себе животное домой. То есть ответственность, которую мы несем не только за конкретное животное, там, за своих детей, за свою семью, за свое окружение, но и за действия, которые повлекут дальше цепочку действий в будущем. Скажите, а вот насколько распространено в Николаеве такое явление, как вот взяли домой животное, наигрались и там, по какой-то причине выбросили на улицу? Это достаточно распространенное явление, тем более если есть дети. Ребенок захотел кошечку-собачку, родители сказали, отлично, закончишь там полугодие, четверть, неделю на хорошие оценки, и мы тебе его возьмем. Взяли, отдали, ребенок поигрался, выгуливать некому, кормить нечем, и животное в лучшем случае отдается, пристраивается в другую семью, что тоже как бы является стрессом для животного, потому что сколько бы мы ни наделяли животных человеческими качествами, да, многие психологи, многие кинологи говорят, что это неправильно. Но, ну, наверное, такая есть черта в человеческой психике, что нам удобнее расценивать поступки и действия животных вот с точки зрения как раз очеловечивания. Но животные и кошки, вернее, собаки являются стайными животными, и семья является для них стаей. И если мы выводим его из одной стаи, там, где он привык, там, где он чувствует комфорт, где он чувствует ответственность либо людей за себя, либо себя за этих людей, привязанность, то это стресс для животного в любом случае. Но чаще всего, ну, как бы хороших рук для всех не найдешь, слишком много животных. И такие животные оказываются на улице и пополняют армию бездомных животных. Поэтому перед тем, как завести собачку, кошечку, даже хомячка, попугайчика, надо, наверное, собрать какой-то семейный совет, распределить в первую очередь обязанности, где-то почитать, с кем-то поговорить, какое лучше животное вам завести, какое животное вы потянете и в материальном, и в моральном, и в психологическом плане, и в физическом плане. И только после этого всем вместе решить, а не так, что папа захотел кота, притащил, мама собаку притащила, кошка с собакой дерутся, у папы с мамой нервы, конфликты и так далее, а тут еще и кормить нечем, а собаку выгуливать, и получается очень нехорошая вещь. Скажите, а вот сотрудничество с городом у вашей организации, вы каким-то образом контактируете, вы свои предложения, свои какие-то наработки передаете в город для того, чтобы все-таки проблема бродячих животных решалась? И у меня еще такой вопрос, вот мы все время говорим о собаках, а коты на улицах, они вообще, они опасны или нет? Ну вот так как в городе существует коммунальное предприятие, Центр защиты животных, которое занимается как раз стерилизацией и помощью собакам, то на сегодняшний момент Феникс выбрал на себя, наверное, первоочередной задачей, это стерилизация кошек, потому что город помогает собакам, а ну, на кошек пока не хватает ни времени, ни материальных средств, потому что, ну, наверное, кошки все-таки не кидаются на людей, они там где-то прячутся и как бы
Считается, наверное, что лучше 20 кошек, чем одна собака во дворе. Но, тем не менее, они точно так же страдают, они точно так же размножаются, их точно так же травят. Это, наверное, просто происходит не так заметно, как с собаками. Вот, поэтому Феникс сейчас разработал программу по стерилизации бездомных кошек, а также помощи мини-приютам, которые занимаются кошками, кураторам, на попечении которых находится большое количество пушистиков кошачьих. И действительно было обращение к мэру города, отзыв защитной организации «Феникс», где мы высказываем свою точку зрения, предлагаем свою программу по стерилизации и просим возможной помощи в ее реализации. На данный момент «Феникс» существует на деньги, которые жертвуют люди, с какими-то вот фирмами небольшими мы работаем. Мы очень активно сейчас занялись привлечением средств из-за рубежа, как раз вот на эту программу. Какие-то грантовые программы? Пока что грантовых программ нету, потому что нам нужна поддержка города. Просто так вот взять, и вот мы хотим простерилизовать, такого как бы не бывает. Вот пока что это просто частные лица, какие-то небольшие организации, какие-то вот спонсоры, которых мы просто находим в частном порядке. Люди рассказывают дальше о нас. Вот главная прозрачность, главное, чтобы люди видели цель, что мы не просто хотим денег для того, чтобы простерилизовать 10 кошек, а что мы действительно хотим решить проблемы в городе. А насколько вот охотно люди откликаются на ваши призывы? Потому что очень часто в социальных сетях вы ведете страницы в Фейсбуке, ВКонтакте, очень часто попадаются объявления, там, помогите вылечить, помогите, вот нужна операция, нужно то, нужно это. Насколько охотно люди идут на то, чтобы помочь? Абсолютно по-разному, потому что кого-то как бы цепляет какая-то история, кого-то просто беспокоит эта проблема, эта тема. В зависимости от того, были ли в этом месяце, там, или за этот период праздники, потому что, ну, все мы понимаем, что у каждого сейчас, наверное, в семьях есть материальные какие-то проблемы, у кого-то больше, у кого-то меньше, но в такое время мы живем, ни на кого там деньги с неба не сыпятся, вот, и ну, каждый, наверное, по мере своих возможностей, по мере своего желания, но люди не отказываются, люди помогают, люди оказывают помощь, они поддерживают нас репостами, кто-то деньгами, кто-то помогает пристраивать, расклеивать объявления, кто-то выходит на вызовы, когда где-то сбитое животное, там, умирающее, еще что-то. То есть мы не можем просто так пройти мимо этой проблемы, закрыв глаза. Хотя все прекрасно понимают, что это тянет большое количество денег, и иногда там вместо того, чтобы спасти одно животное за 5-7 тысяч, можно простерилизовать на эти же деньги 20-30 собак-кошек. Вот. Но мы стараемся пока держать как бы параллельный план, параллельный фронт, чтобы у нас было и спасение, и стерилизация. Скажите, вот очень часто попадается объявление, нужна передержка, нужна передержка. Как много таких, которые готовы брать, брать, брать этих котиков. Я знаю, что наша сотрудница, в прошлом сотрудница нашей телекомпании, тоже активно не Лена, нужна помощь. Да, вот люди откликаются, да? Откликаются, но тоже в зависимости от своих возможностей. Кто-то может себе позволить взять домой там 2-3 кошки, хотя бы одну кошку. Кто-то считает, что нет, у кого-то там больше жилплощадь, у кого-то частный дом, у кого-то квартира, у кого-то есть свои животные дома, у кого-то нет. Сейчас есть очень много платных передержек, то есть люди оборудовывают у себя на территории, там чаще всего это частные дома, вольеры, как бы мини-гостиницы для животных, и за определенную плату они берут этих животных, которые требуют передержки, к себе как бы на пансион. И у нас не так много времени осталось. Вы же активно сотрудничаете и с ветеринарными клиниками. Так, насколько идут вам навстречу, потому что, опять-таки, из этих всех объявлений вот в соцсетях, там все сделано, денег не хватает, давайте соберем, там не хватает такой-то Ну вот, суммы, да, ветеринарная клиника доверие есть вам. «Талисман». Это, наверное, наша палочка-выручалочка, которая обслуживает бездомных животных в долг, которая делает скидки, которая иногда по звонку посреди ночи выходит в клинику, чтобы оказать помощь, чтобы оказать ну, чтобы спасти животное, когда вот отчет идет на минуты. Вот. Очень большое количество животных, наверное, процентов 80 как раз вот лечится, оказывается, помощь именно в этой клинике. Также мы активно работаем с клиникой «Зодиак», в основном по направлению стерилизация кошек, потому что
для нашей организации, для бездомных животных, там делаются скидки точно так же, как и в ветеринарной клинике «Талисман». Хотелось бы, конечно, чтобы таких клиник было больше, потому что не всегда удобно с одного конца города везти в другую клинику. Проблема с рентгеном тоже в городе большая, потому что буквально несколько заведений, где есть более-менее нормальный рентгенаппарат для животных. Для животных, да. Это ветеринарные клиники, вот и ветсервис. Но опять-таки находится далеко от центра, и то есть это дополнительные материальные средства, которые тратятся на транспортировку, на перевозку, и это время. Зачастую оно работает против нас. Последний вопрос, буквально вот несколько секунд. Как вы считаете, есть ли перспектива, что ситуация с бродячими животными в городе как-то, ну, не знаю, устаканится? Или пока вот так, как есть? До тех пор, пока у нас не будет выбрана общая стратегия, наверное, вот решение этого вопроса, до тех пор, пока в СИЗО защитной организации, которая у нас в городе не одна, то есть не только «Феникс», есть еще и другие, не начнут работать в одном направлении на определенную цель при поддержке властей, при поддержке людей, жителей города, наверное, других просто общественных организаций, потому что тема бездомных животных, она, в принципе, затрагивает и остальные темы. Потому что это и безопасность людей на дорогах, и безопасность детей на улице, и чистота в городе, и санитарная. Ну, вот, санитарная. Да, и вот настолько все переплетается, а у нас, наверное, единственный город в Украине, ну, мне так во всяком случае кажется, в котором настолько много волонтеров, настолько много людей, которые неравнодушны к решению каких-то проблем города, улучшение его статуса, жизни здесь, да, существования каждого, но каждый в своей сфере. И вот, наверное, все-таки не хватает нам какой-то сплоченности, какой-то вот единой идеи, чтобы люди смогли переступить через свои принципы, свои какие-то амбиции, просто протянуть друг другу руки и что-то сделать вместе. Прийти к чему-то. Ну що ж, з такими сподіваннями будемо ставити крапку в нашій розмові. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді. Я хочу побажати вам успіхів у вашій роботі, тому що це дійсно важливо. Дякую, на все добре. Все добре.